Всем привет! С вами Прац, а это значит вам всем капец. Шутка. В общем, информация для или что для вас, в общем, подписчики, информация, кто еще не подписчик, вы можете им стать. В общем, в это воскресенье, 20 декабря, будет проходить розыгрыш. Вот они, что будет разыгрываться, за что это будет разыгрываться, ну а условия, соответственно, будут под видосом. А мы, как обычно, начинаем открывать кейсики. В общем, всем привет. Короче, на балансе вы видите, у меня сумма такая скромная, 56, вы скажете, что за сумма. Да, короче, у меня там мелочь оставалась на карте, чтобы я до круглой суммы она там получилась. Я с ракет закинул с промиком, вот с этим вот. И тут еще что-то было, поэтому такая сумма. Просто меня что-то тронула вот эта фишечка. Слово балансом пооткрывать. Еще я, блядь, руки вот так-то нахуя, да? Слово балансом пооткрывать. И хочу снова сегодня пооткрывать слово балансом на кейс батле, потому что он, в принципе, выдавал хорошо, да? Я доволен был его результатами своими. Вот. И стратегия какая? Что, мне 50 рублей? Ух, я мог сразу с Амонга начать, да? Только с Амонга я начинать не буду. А может быть, стоит начать с Амонга? Головоломка-то какая, да? Сложный выбор какой-то. Может начать с Амонга? А может быть, просто начать с... давай мы начнем, короче, с вот этих вот. Я хотел открыть их 4 раза. 4 раза. Потом уже там посмотрим, что выпадет. И если что, залетим в Амонге. Посмотрим. То есть я как бы особо на что-то сильное такое не надеюсь там, да? Нет, не в апгрейд, еще раз открываем. На что-то такое прям сверх-сверх особо как бы не рассчитываю, не надеюсь. Ну, онлайн, в принципе, мизерный, может, что-то и будет давать там, да? Ну, в принципе, что-то дает, в принципе, что-то дает там, да? В принципе, что-то дает, что-то дает или как-то дает. Ну, это фигня, да? Это фигня. Ну, да, ну, должна же была фигня какая-то. Вот. Не, ну, в принципе, я уже как бы... уже что-то там да выбил. Блять, я так хочу Орион выбить, леденец. Ну, максимальная сосаска мне выпадала за 90. Так, на 80 можно продать. То есть можно продать. Ну, мы, естественно, и продаем, да. Вот, а теперь, в принципе, можно залететь и в Амонг. Ну, по традиции мы начнем с зеленого. Слушай, может, с обратной стороны начать? С обратной надо было отсюда начинать, да? Ну, я с зеленого, в принципе, всегда начинаю, да. Ну, давай не будем менять традициям. То есть начнем отсюда. Если что, я смогу еще 2, плюс это продать страж 80. Ну, это купило, да? То есть это купило, но я тебя, к сожалению, сейчас не могу пока открыть еще больше, пока мы сейчас залетаем снова в Silver Elite. Не, ну, в принципе, уже как бы x2 есть там, да? То есть можно, конечно, было бы забрать страж и написать «Вау, окуп x2, изич там». То есть, но я же не для этого сюда пришел. Я же сюда не для этого пришел, чтобы страж отсюда вывести, который там 80 рублей стоит, да? Не, это не серьезно. Перестрелка, что ты стоишь? 34, ты нормально стоишь, да? Теперь давай смотрим, сколько сейчас. Сколько сейчас... Ладно, он, короче, тормозит. Он сейчас меняет скрипты. Он понял, что он мне навыдавал. Теперь нужно меня просто... обанкротить, да? Ну, падла ты, ёпты, долбанный. Короче, он завис, пацаны. А, вот, он очухался, да? Вот, мне вот уже 324, да? А я депал 40, уже 124. Вот, смотри, я могу теперь открыть 2 Амонга. 2 Амонга, да? Мы это все, естественно, продаем. Мы это все продаем. В общем, ну, вы понимаете, что, в принципе, слово зеленый я открывал. Теперь мне нужно красно-розовый открыть. Красно-розовый открыть. Открываем красно-розовый. И там еще у меня что-то останется, да? То есть, ну, у меня в любом случае... заебись, пацаны, заебись. Так, пока что у нас красный, хорошо. А, че, куда ты в Декстер-то лезешь? Розочка. Давай, розочка, еще на два этих шерпа останется. Оперативная память. Блять, пацаны, я даже не знаю, что делать. Я прям... у меня сейчас такие смешанные чувства. Смешанные такие чувства. Пришелец. Смешанные такие чувства. И чё? Захоронение тоже отлично. Так, давай мы тогда сюда снова. Смотри, уже 283. Я 40 депал. Я депал 40, уже 283. Это x7. Ну, если кто с математикой дружит, там, да, то есть это x7.
Так, что, мы тогда это сейчас все продаем? Я, в принципе, могу открыть либо Декстра, либо это, да. То есть, ну, пока я не хочу ни либо Декстра, ни либо что открывать. Вот, я пока хочу открыть желтого. Ну, мы же тестим. То есть сегодня у нас красный. Сегодня красный оказался топчиком, да, пластичность. Это хуйня. А что у меня бабки-то не списались из баланса? Как обычно, да? То есть ты тормозишь там. Как обычно, ты тормозишь. Так, ОМОН. Вот теперь я за сотку хочу открыть. А, нет, пожили, списались. У меня что, 3 сотки было на балансе? Кардио, что ты стоишь? 170. Ух, сука, моща. Моща, вот это ща, да? Моща. Давай мы тогда красного еще откроем. Это херня, короче. Не, ну в принципе окупашка. Давай еще разок тебя красный откроем. Да, давай. Давай посмотрим, что, чем ты порадуешь, чем ты удивишь. Хуйня, да, какой-то. Хуйня, ты меня удивил какой-то, да. Так, давай мы тебя продадим, откроем еще разок. Давай. Давай. Ну, сука, не мог на извилинах, что ли? Дикая шестерка. 2 раза подряд дикая шестерка выпала. Что у нас тут? 300. Чё, блядь, 307? Хуя себе. Сказал я себе. Не, ну ладно, давай, нахуй, продадим. Сколько на балике? 323. Давай тогда откроем Декстра, чё? Давай откроем, откроем. Откроем. Ну, откроем, чё откроем? Я сейчас как бы сороки... А, блядь! Вот это я заберу, пацаны. Вот этот скин я заберу. Вот этот я заберу. Вот, сейчас мы тогда залетаем снова. Сейчас мы тогда залетаем снова вот сюда. Тебя пробуем открыть. Смотрим, что. Сука, я аж возбудился. Брат бы не спал, я бы сейчас орал тут пиздец, пацаны. Просто брателло еще спит. Вот. Может, и не спит, но все равно я как бы это. Ну, еще тебя давай. Может, разок, может, 2 разка откроем, да? Не, ну так-то хорошо я зашел, да? То есть я так хорошо. Так, давай мы тебя продадим. 21 рубас, мы тебя еще откроем. Ну, тут особо что? Тут как бы... Румпенштинкскель. 20-ка, да? 20-ка. Подожди, 20. Ну давай мы продадим. Может, еще на какой-нибудь Амонг сможем намутиться. Черт его знает. Не сможем, но я, в принципе, я сегодняшним доволен. Я сегодняшним доволен. Я доволен сегодняшним этим. А, быстро, да? А зачем ты быстро открыл? Ну давай быстро, похуй с тобой. Скрипт меня сейчас годноту какую-то как мне даст за 50 рублей какую-нибудь годноту. Чё ты меня дрочишь, блядь, изич. Ой, какой изич ты, кейс батл. Ну не дрочи меня, пожалуйста, а. Вот он, падла, вот из этого видос затягивается, что он вот так вот. Чё? Чё ты издеваешься, что ли, блядь? Ты чё гонишь, что ли? Давай. 9. А чё, ну быстро открывай. 8. Продаем. 6. Все, да? Ну все, у меня больше ни на что не хватает. Давай подведем итоги. Давай подведем итоги. Что у нас? Короче. Ах, охренеть. 771 рубль, пацаны. Я 40 закинул. Я закинул сорокет. Я просто закинул сорокет. Вот они. Вот они мои хорошие. А! Естественно, я это заберу. Вывести, вывести. То есть, естественно, я это заберу. Я это заберу. Подожди, это сколько? 771 рубль, да, было? Подожди, у меня что еще? Предмет. У меня какой-то за рубль есть. За рубль 45 что-то есть. А что у меня тут за рубль 45 непроданное? Ладно, я, короче, это продам. А вот он ты, мудила, за рубль 45, да? Вот он ты. Ну, тут все равно ничего не хватает. Пацаны, в общем, все видели сами. И это просто я в ахере. Я просто в ахере. Это почти x20 было. Это почти было x20. 40 слов баланса. То есть я поднял. Охуеть. Ребят, ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставь, пиш, с...
Фу ты, блядь. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, скидывайте ваши промокоды и, конечно же, участвуйте в еженедельных воскресных розыгрышах. Всем пока и до новых встреч.